флаг Следственного комитета России сегодня в Волгограде, там, где собрались лучшие из лучших воспитанников учебных заведений ведомства. На берега Волги они приехали из столицы, с Балтики и Черного моря. В Санкт-Петербургском пансионе воспитанниц учатся только девочки, а Волгоградский кадетский корпус принимает исключительно юношей. Кадеты из Санкт-Петербурга и Севастополя углубленно изучают морское дело. Они очень разные, но одной крови. Несмотря на то, что мы все находимся на разных уголках нашей страны, мы все одна большая, единая, дружная семья одной организации, и все мы выбрали этот тяжелый путь, и поэтому такие встречи, которые организуются Следственным комитетом, это очень важно для нас, и очень отрадно понимать, что мне и моим товарищам выпала честь представлять наше учебное учреждение, наш кадетский корпус на таком важном и высоком событии. Всего 10 лет назад был открыт первый кадетский корпус Следственного комитета в Москве, а в этом году слет кадет проводится уже в пятый раз. В этом году участников встречает город-герой Волгоград. Ровно 80 лет назад здесь начиналась великая битва, за ходом которой с надеждой и верой следил весь мир. Слово «Сталинград» стало для жителей всей планеты символом стойкости, героизма и свободы. Потому среди самых почетных гостей – ветераны той войны. Артиллерист-зенитчик Александр Иванович Колотушкин сражался на Третьем Белорусском фронте, сегодня живет в Волгограде и частый гость у кадет. Он обратился ко всем делегатам слета с самой короткой и самой содержательной речью. У меня к вам единственная просьба – быть патриотом своей Родины. Больше у меня никаких слов нет. Любовь к родине, стремление стать ее защитником – это то, что объединяет всех этих ребят, где бы они ни жили и ни учились. Это особо подчеркнул глава ведомства Александр Иванович Бастрыкин в своем приветственном слове, которое зачитал руководитель управления воспитательной работы Следственного комитета России Сергей Петров. Пусть этот праздник дружбы и спорта сплотит вас во имя достижения общей цели – могущества процветания России. Россия – наша страна. Вам здесь жить, работать, расти детей – и новую сильную Россию, кроме вас, никто не построит. Они уже сейчас строят и защищают эту страну. Собирают посылки для жителей пострадавшего Донбасса, пишут письма воинам на передовую, ухаживают за ранеными в военных госпиталях, ведут поисковую работу. В рамках слета впервые пройдет и спартакиада кадет, посвященная памяти недавно ушедшего из жизни ветерана Великой Отечественной, генерального прокурора СССР Александра Яковлевича Сухарева. За 5 дней слета эти ребята назовут своих чемпионов в разных видах спорта, определят победителей в интеллектуальных викторинах по истории и географии родной страны и, самое главное, поклонятся памяти павших на Сталинградской земле, сами побывают в местах сражений, в которых их деды отстояли свободу и независимость нашей Родины.